Очередная прогулка с ярты. После моей работы приехал только вчера вечером. Вчера же, естественно, не смог. А сегодня вот решил с ней выйти погулять. Вот такие у нас тут места красивые. Ярта у нас во всей красе. Как обычно, красивая. Красивая лайка. Лайка, ярта, иди ко мне. Вот снег лежит. Хожу я, прикармливаю вкусняшками вот таким вот. Педигри. Учу ее, что она ко мне подходила на определенный жест. Пока еще маленькая, молодая, еще надо ее приучать. Потом будет взрослее, уже будет очень тяжелее, намного тяжелее, чем сейчас приучить. Вот. Ярта, иди ко мне скорее, на. Скорее, кунок, на, скорее, на. На, иди вот, на. Скорее, скорее. Вот, уже знает уже. Ай, молодец. Вот такая вот собачка у нас. Чуть подросла за 2 недели. 2 недели я не видел. Соскучился. Вот так вот. Она ко всему, к собакам привыкаешь тоже. Если ты их любишь. То есть, ну, с детства, можно сказать. То они становятся как, не знаю, как друзья, короче. Вот так вот. Ярта, что, пойдем? Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Пошли все домой, здесь холодно. Мороз вот сегодня 9 градусов. Ветер ужасный просто. Ну что, отвернулся тебе? Здесь снежок уже ставит. Где уже тотально появились. Это вот 2-3 дня назад. Блин, он здесь плюсы. Дожди шли. Было до плюс 8, у нас здесь упало. Смотри, там ноги поломаешь. Принцесса. Хреново, на горошине. Эй, фотомодель. А, фотомодель. Интересно, ерпех вот везде. Пока был на работе, жена ее не пускала, боялся, что потом не поймаю. Ну, вот. Вот она. Можно сказать, 2 недели все сидела у нас в заточении. А сейчас для нее воля. Я же приехал, все. Хозяин даже с ней гуляет. Ну, копает, что-то ищет. Интересуется всем. Что там нашла? Ярта? Ярт, что нашла там вкусного? Что-то нашла там. Витамин какой-то, да? О, ну это не. Детство еще играет в ней. Так. Видео специально для Иру Соловьева. Чтобы он видел, что все хорошо, чтобы не переживал за своих питомцев. За своих наших. Юр, привет. Так, так, все, съемку заканчиваем, а то уже все, руки уже онемели. Ветер очень холодно.